Времени суток, дамы и господа. Приветствую вас на своем канале, где мы с вами сможем за 3 минуты в день заработать очень приличные суммы денежных средств, просто принимая участие в аирдропах и баунти-компаниях от различных проектов, стартапов и ICO. Мало времени и много денег, такого не бывает, скажете вы. Но пришло время новых технологий и блокчейна, и реклама на данный момент просто бесценна. Сотни проектов начинают свою рекламную деятельность с высадки десанта. А именно так переводится airdrop. Это значит раздача первым участникам проекта бесплатных монет и токенов в криптовалюте, иногда и в долларах США, с целью рекламы и дальнейшего продвижения проекта в социальных сетях. А мы с вами и будем первыми вовремя получать эти монетки совершенно бесплатно на свои кошелечки и после окончания ICO и полной распродажи токенов проектами обменивать свои монеты на биткоины, а биткоины на доллары и любые фиатные валюты. Все очень просто. А монеты отдельных проектов по окончанию ICO и листинге на биржах вырастают в цене в десятки, иногда и в сотни раз. Как говорится, в мире криптовалюты делают огромные иксы. Тот же эфириум Виталик Бутерин когда-то раздавал бесплатно, а недавно цена этой монеты доходила до 1500 долларов США. Так что у всех у нас появился шанс стать миллионерами, не вкладывая ни копейки денежных средств. Единственное, нужно иметь терпение, ведь приходится ждать по 2-3 месяца, а то и дольше, пока закончится ICO, и наши монеты появятся на криптовалютных биржах. Но поверьте, оно того стоит. Ведь если ежедневно тратить всего по 3 минуты времени и успевать первыми получать нашу криптовалюту от хороших проектов, то и собственной... Что, собственно, я вам предлагаю делать вместе со мной на моем канале, то через пару месяцев мы будем получать ежедневный доход, обменивая на биржах наши токены на биткоины или эфир, а это дело лишь 2 минут. Поэтому подписывайтесь на мой канал, на мои группы в соцсетях, ссылки на них есть под каждым моим видеообзором. Вы их увидите, если нажмете на «Еще». Там будет вся актуальная информация. А также под каждым из видео есть ссылочки на проекты. И если у вас будет желание потратить еще по 3 минуты на каждый из этих проектов, переходите по этим ссылочкам, зарабатывайте больше. И даже если вы где-то не успеете и проект закончен, не беда, каждый день у меня на канале и в соцсетях будут появляться новые. Так что если вы со мной, подписывайтесь на канал, нажимаете на пальчик вверх, на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. И поехали. Сегодня мы с вами получаем 35 токенов от проекта Loop. Это в эквиваленте 16 долларов США. Но я думаю, что эта сумма увеличится в разы, так как проект очень хороший. В нем принимают участие лучшие инженеры со многих стран мира и изобретают инновации. В частности, одна инновация – это вот способ передвижения на таком транспортном средстве, которое будет быстрее самолета и не будет мешать никакие погодные условия. Тут вот есть видео, которое можно посмотреть, обзорчик коротенький. Ну, вот типа что-то вот такого. Кому интересно, пожалуйста, смотрите, изучайте, вкладывайте денежки. Мы с вами, как обычно, преследуем цель одну. Проходим airdrop, получаем токены, ждем листинга на бирже и продаем свои токены с целью прибыли. Итак, что для этого нужно сделать? Как обычно, проходите по ссылочке, где расположена, которая расположена снизу в моем видео, где написана регистрация, и попадаете в простую Google форму. Нам ее нужно будет заполнить, и на этом airdrop будет пройден. Итак, давайте начнем. Значит, во-первых, проходим в Telegram. Нажимаем на Telegram, разрешаем и вступаем в группу. Я уже вступил, вы это сделаете. Далее. Второе. Проходим в Twitter. В Twitter то же самое. Нажимаете читать. Я уже нажал, я уже читаю. Далее. Третий пункт. Проходим в Facebook. Здесь вам нужно нажать на пальчик вверх «Нравится», автоматически вы будете подписаны. Синим загорится, соответственно, пальчик и вот этот знак. Далее. И дальше нам нужно будет сделать 4-5 пункт. Это говорится о том, что нужно заполнить эту форму аккуратно. И сделать лайк и ретвит и репост. Что мы сделаем? Ретвит. Нажимаем сюда и делаем ретвит. Я это также уже сделал. Поставите лайк вот сюда, вот, чтобы красным загорелось. И нажмете вот на этот квадратик, чтобы ретвитнуть. Нажимаете. И, соответственно, эта задача тоже выполнена. Далее. И последнее, что нам нужно здесь сделать, это сделать репост прикрепленного поста.
этого проекта в Фейсбуке. Значит, ищем прикрепленный пост. Значит, вот он, кнопочка, которую прикрепляют. Соответственно, им нужно поделиться. Нажимаем на поделиться. Поделиться сейчас. Я уже поделился, поэтому не буду нажимать. Нажимайте сюда, поделились. Все. И теперь нам нужно просто заполнить вот эти вот поля этой формы. Значит, сюда вводим электронную почту. Сюда вводим ссылочку на свою страничку в Твиттере. То есть скопируете ссылочку в браузере, которую сюда вставляете. Сюда нужно вставить имя пользователя в Телеграме, собачку не забывайте ставить. Сюда также URL, ссылочку на свою страничку в Facebook. И сюда кошелечек ERS-20. Желательно MyEther Wallet, у кого нету, снизу есть видео, есть ссылочка, как его завести, как им пользоваться. Все там просто. Ну и, соответственно, вот здесь отвечаете «Да», мы ставите галочку, что мы просто Bounty Hunter, то есть получаем Bounty. Кто будет вкладываться, можете вот эти вот, соответственно, поставить, ну, сюда вот нажать на кнопочки. И далее то, что я не вступил в ваш waitlist. Сюда вот ставим и нажимаем на «Отправить». Все, форма будет готово, придет поздравление, то, что вы прошли airdrop, вот здесь вот у вас высветится. Все, справа у меня, как обычно, лист с видео, плейлист, где больше 40 проектов, вы в них можете также поучаствовать, потратив некоторое время. Проекты хорошие, чуть пониже вы можете подписаться на канал. И также с левой стороны мои личные земельные участки, которые вы можете приобрести. Хорошая цена, хорошее место. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.